Итак, всем снова привет, с вами Денокс, и мы начинаем, наверное, заключительную серию по Sword of the Stars The Pit. Это такой отличной игре, рогалику. Итак, я распределил инвентарь, очень много выкинул, как вы видите. Вот, скрафтил, на что хватило мощи, рюкзаков. Распределил пушки, самую слабую, посильнее, еще сильнее, и гранаты МП. Heavy Cannon я оставил, ну пусть лежит в инвентаре, если что, я просто залпом из нее убью всех, нахрен. Броню починил и починил все остальное. Как я починил это дело? У меня в инвентаре, оказывается, завалялся наномет, репейр. Ну, наноботы, которые чинят все. И таким образом, у меня их там было штук 5, я починил все, что у меня требовало починки. И теперь я свободен, как говорится. Пистолет я выкинул, Радбластер выкинул, у меня осталось только вот эти вот 3 пушки. Собственно, ими я им буду пользоваться, как видите, патронов у меня дофига, особенно вот в этой. Можно было даже автомат выкинуть, оставить пульс райфл и Heavy Slug Trower, потому что, насколько я знаю, на последнем уровне будет куча просто сильных роботов. И там без эмб-гранат и вот этих вот вещей просто выжить нереально будет. Ну, у нас легкий уровень сложности, поэтому нам по-любому выжить будет реально, но все-таки не стоит задирать нос, я думаю. Так. Движемся вперед, навстречу 30 уровню. При вас все это делаю, потому что... Ну все уже, конец игры. Давайте сразу эту выберем, дотратим, просто чтобы перезарядить. Погнали! Итак, Transmin Facilities. Вы выжили на 30 этаже. Все окей. Итак... Мы оказались в какой-то странной комнате. Нас не встречают, как обычно, враги. Этот уровень, он, видимо, заведомо продуман. Так это последний уровень, видимо, сюжетный. Он не случайно генерится, хотя я могу ошибаться. Давайте двигаться вперед. Итак. Что ж, тут нас встречают Rock Red и Ice Bat. Ага. Ага. Видимо, он будет вот так вот к центру сходиться, насколько я понимаю. Как я уже понял, это самые начальные враги, и нам в конце будут самые крутые будут встречаться. Ну ладно, погнали. Надо видеть всех сразу. О-о-о. Так. Когти. Вот... Я, конечно, зря гранаты потратил, но... Черт, ну давайте, убивайте. Ух ты! Надеюсь, нам будут всякие такие интересные... А, ладно. Уже все, потратили. Так, раз, два, три. Ну, слава богу. О, 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 пришел. Ладно, давай когтями его. Отлично. Так. Биндингс. Все, нам больше ничего не нужно отсюда. Еще биндингс, пожалуй, возьмем. Готовы. Раумит. Ротпайл. Кстати, давайте поищемся в говне. Давно не искали ничего. А, рацион Марина. Ну, это хрень какая-то. Так, у нас есть два варианта. Пойти наверх и по ключу Альфа. Либо дальше же пойти сюда. Видимо, это делаем для того, чтобы мы типа не обходили вот так вот круг. Мы сразу же перешли на следующий круг. И потом, если у нас ключ, еще один на следующий. Но поскольку у нас есть ключ, можем перейти сразу. Видите? Здесь дверца. Я так понимаю, можем перейти сразу туда. Color,
Так, пойдем обычным путем. Обычным путем. Итак, тут сразу роботы. Это хорошо, ребят, потому что вас много, я один. Гранат тоже много. С радостью справлюсь со всеми. Со всеми вами, ребят. Давайте. А, подумаешь, дэмэджит. Подумаешь, дэмэджит. Это всего-навсего адамантиновые когти, которые потом восстановятся. Вот ваши жизни, дорогие мои, не восстановятся уже. Увы. Блин, беру только ради гранаты. Вот это все, ну, только ради гранаты, серьезно. Так, это уже бета Локет Дор, но... Мы не будем сдаваться, ребят. Почему cannot open? Непонятно. Давайте продвигаться по, как бы, спирально. По спирально. Раз нас не пускают таким образом. Раз, два, три. Раз, два, три. Тогда раз, два, три. Раз, два, три тогда. А, чё он не умирает-то? Ладно, давайте когтями. Хлебушек из них выпал из всех. Чё-то ничего интересного-то. Такие из них не выпадает. Ладно, давайте стазис откроем. О, выпал этот. Ну, понятно, ладно. И, кстати... Смотрите, альфа-дверь ведет от бета-двери. Интересно очень. Каким макаром? Что-то мне не хочется проверять, каким макаром она ведет. Потому что вот тут бета, она комната в эту ведет. Отсюда сюда. А, тут не спиральная. Сеточная. Сеточная структура. Не так его все время называю, но время перезарядится, конечно. Я удивлен вообще, если мне... Если сейчас мне попадется вот эта вот булькающая хрень, я буду использовать на полную вот эту пушку. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Кто там? Офигеть. Чё, их два робота там было? Два в одном флаконе называется. Ну, мы с ними разобрались, так или иначе. Интересно, я смогу их открыть? А так? А так? Ну, хорошо хоть. No problem. Это уже было опять траблы будут. Итак. Идем за поворотик. Интересненько. О, о, лава. Выманиваем супостатов. Выманиваем супостатов, потому что не хочется, чтобы... Давайте, давайте, бегите. Вау. Electronic Toolkit. Ну, на больше я и не смел надеяться, наверное. Тут как-то очень много Revenge Zulu, которых, кстати, я давно не видел. Опа! Collect the whole set.
Так, ну, хорошо, ладно, раз. Напросились, блин, два, три. Отлично. А этих вот так загасим. Биндингс. Биндингс. Хочу биндингс, блин, и все. Понимаешь. Электроник тулкит. Очень много ротпайл давайте поищем. Две лабы. Нам столько всего можно сделать, но... Ну, уже бесполезно делать столько всего. К сожалению, бесполезно. У нас все есть. Можем, правда, сделать отмычки. Да, почему бы и нет, давайте сделаем отмычки. Отмычек у нас нет, надо, чтобы гамма-бета-локет-дор открывать всякие. Можно их вышибать, но я предпочту вот Бон Сильверс собрать вначале. Сделать отмычки. Rather teeth. Бон Сильверс. Хотя, господи, что-то мне лень пойти. Давайте, ладно, идем отсюда нафиг. Электроник Тулкит-то, кстати. Что он там? Перезаряжает что-то? Значит, перезаряжать. Секунду, ребят. Мы продолжаем. Кстати, я заметил надписи. Я, кстати, сделал отмычки, пробежался. Заодно уж раз отошел. Вот, заметил надписи. То есть, я так понимаю, последний этаж нашего лабораторного комплекса – это как раз основные главные лаборатории, которые были. То есть, тест крыс, охранная станция А1, загон для разных этих цветов вроде, флористический какой-то. Дальше вот Хивер Энклейв, то есть место, где обитают эти хиверы. И наша предыдущая, ну забыл, как она называется, тоже подо что-то отдельное. От нее ведут двери куда-то в комнаты, я не знаю, по-моему, это тоже конгломераты каких-то существ сильных. Вот сюда, например, идет гамма. И мы гамму можем сейчас спокойно взломать, смотрите. 61%. Неплохо. Попытаемся. Гамму получилось взломать. Но вот идти я туда не хочу, как обычно. Ротпайл. Ладно, идем вперед. Думаю, что нас ничего не потревожит. Должна быть охранная станция номер 2. И вот охранная станция номер 2, видимо. Тут уже посильнее такие роботы. И мы опять же используем гранейд. Чё я фигню? Раз, два и три. Раз, два и три. Раз, два и три. Ну, чувак, тебя проще вот так вот загасить. Что же вы охраняли такого интересного? Покажите мне. Show me. Кстати, почему-то это не используется для открытия. Electronic Toolkit, он перезаряжает все местные приспособления, но... мне как-то это не нужно. Дропа какая-то. И Might Brain. Я тоже не люблю это. Ух ты! А тут у нас... Интересно. Ого, 100 XP. И куда же она ведет? В ту же, кстати, самую... Нет, в ту же, в другую комнату, но... Закрыта она на более продвинутый замок, что означает, что лучше туда не суваться. Security Station А2 нас приветствует. Такая маленькая экскурсия по лаборатории, так скажем. После всего того, что мы пережили. Ого! И как много тут.
Ну, эти ребята, наверное. Вы чё? Вот так. Офигеть, повысим параметры. Локпик, конечно, немножечко. Остальное на SLT и Who Weapon. Все. Так, у нас какой? 26 уровень. Этаж 30. Баланс уровня не соблюден, но как-то наплевать на это. Ух, нифига ж себе. Сейчас мы... Оу. Не, ребят, стоять. У меня есть граната. У меня есть идея и граната. Но граната в первую очередь у меня есть. Я не хотел ее на вас тратить. Хотел бы, чтобы... Ну да, как насчет вот этого вот? Выжил! Нифига себе! Ну тогда давай, сам стреляй. И вот так вот давай. Да уж. Буду просто молчать, пока такие битвы происходят. На самом деле он очень завораживает. О! Бон Сильверс. Он еще сопротивляется, прикиньте, то есть я в него стрельнул с мощного оружия, а он еще сопротивляется, его отбросило даже. Я поражаюсь стойкости этих ребят. О, вот это уже удар ниже пояса. Эпсилон Локет Дор. Офигеть. Ха-ха-ха. Это, по-моему, не самая крутая дверь. Есть покруче, чем Эпсилон. Но это мы впервые Эпсилон увидели. На высоких уровнях сложности она появится раньше. Мы в этот раз до Эпсилон даже не дошли. Очень обидно. Экзотические протеины. Ай, жесть какая-то. Ладно, идем дальше. Так. Но надо было, блин, конечно, по-другому немножко распределить. Черт, ты чё ж такое-то? Так. Так, ну нановайр мне нравится. Беру. Заверните мне две, пожалуйста. Итак, это Медлаб 01. А предыдущая была у нас Strange Specimens. Ну, видимо, что-то связанное с холодильной камерой какая-нибудь, может быть. Связанное с этим, может быть. Такое вот. И да, сейчас мы пойдем вот по этому пути. Ну, в принципе, да, она сеточная, но... Если идти правильно, то она по спирали идет, то есть как надо. Если не сворачивать с дороги, давайте не будем сворачивать, потому что так интереснее, как бы, ну, по возрастанию враги интересно расположились. Вот, кстати, тут уже... Я знаю, какие там враги на самом деле. Для господинов, господ врагов... Я приготовил вот этот вот замечательнейший целебный автомат, придающий силу земли.
Сразу на меня набросились. Козлы. Так, ладно. У нас они сильно покоцали, я смотрю. Да ладно. Нас вообще не покоцали. Вот это кто? Тарка Вар. Это Тарка Changed Male. Changed Male. Измененный человек. Измененный мужик. Особь мужского пола. Измененная Тарка. Даже не знаю, как это перевести. Ладно. Погнали. Раз. Посмотрим, как вы выдержите. Уничтожили дверь буквально просто вот в клочья. Ой, ладно, давайте. Эй! Черт, они что, гранаты меня лишили? Лишили меня гранаты, это как девственности лишили, только гранаты. Давайте тогда троих. Хрена себе! Я ухожу из-под радиуса обстрела этих тварей. Так, да мне как-то плевать. Ха-ха, гораздо больше урон нанес мне робот, чем они. Это было сражение с Тарками. Кем-кем? Тарками. А это у нас кто? Генерал-лейтенант? С огнеметом за плечами, с каким-то автоматом. Офигеть. Ну что у нас тут? Тарки, одни Тарки. Крабы из них выпадают. Я понял, кто это Путины. Ну да, шутка неудачная, согласен. Но Путин за это меня по головке не погладит. Но мне кажется, что это очень много Путинов. Измененных, как там написано. Эти они измененные, кем они были до того, как измененные были? Я не знаю, может быть, они были Тарками. Но все мы-то с вами знаем, что вероятнее всего, что не так. Идем дальше, либо идем сюда. А это у нас Зета Локидор. Она еще более такая непробиваемая, но... С вами знаем на самом деле, что. К чему? Ну, это мы потратились, конечно, патронами. Зря, ну ладно. Выбора у нас не было. Кстати, как та комната называлась? Тарка Мейл Рум. Комната, содержащая вот этих вот мужиков здоровых. Это я чувствую А3. Да, это А3. И у нас припасена здоровенная ясь для таких вот... Мультики! Так, а теперь... Аккуратненько ждем, пока они приедут, и... Вот так. Теперь вот так. И вот так. Эй. Ну, ты зря, конечно, меня начал палить. Элемент X. Чё его подобрал-то? Элемент X-то. Зачем? О, бета уже B1. Security Station. Что, мы готовы? Да, капитан. Я вас не слышу. Используем Resistant Booster для усиления эффекта. И это у нас Feral Zool. Да, это комната Зулов. Ну и... Слава Богу. А теперь
Добиваем кулаком. Черт, а это-то кто? А, Спецмен Тейкер, я так понимаю, это надзорщик. А, я уж сам мочу. Смотрите, у меня берсерк, я сам мочу. Ну, я просто ничего не делаю. Окей, я делаю. Ладно, договорились. А, раз, два, три. Все, отлично, элемент X. Кто тут еще? Биндингс. Ну, только ради биндингса беру. Беру все ради только одного биндингса. Глуповато, но работает. Интересно, долго я уже играю? Но в любом случае я хочу растянуть этот момент, потому что все-таки последний уровень. И мы скоро закончим. Да, ну и выпало, конечно. Это у нас Zul Breeding Area. Хлебная. В общем, там, где хлеб. Если так можно сказать. Я не знаю, 4-6 патронов, но нам еще вот столько комнат пройти. По крайней мере, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, может быть 12, не знаю, что там в темноте скрывается. Ну, 11 комнат еще пройти. На каждую примерно по обойме надо потратить. Так что держимся, ребят. Фух. Я не ошибся, значит, не столько комнат. Тут, может быть, хотя я не буду гадать, тут, судя по всему, смотрите, какая громадная комната какая-то. Не нравятся мне звуки, которые там творятся. Ох, не нравится. Ох, я чую, что там то, что я думаю сейчас, да? Оу! Убежище протеинов, ребят. Так оно выглядит. Раз, два, три. Раз, два, три. Протеин первым делом убиваем. А теперь раз, два, три. Раз, два, три. А тебе вот так. Просто навернули. Все отлично. Это ферма протеина. И, конечно же, тут есть Adaptoid. Как же без этого паренька? Так, погнали. Ой-ой-ой, забыл. Можно отменить? Нет, нельзя. Отключил и все. И не включилось больше. Кстати, у нас есть же отмычки, можно еще сделать. Чего же мы так-то? Ух ты, ферма протеинизм. А, ну да, все правильно. А ты думал, нас не туда направили? Был бы у нас сейчас гранатомет, мы бы повеселились, потому что нам вообще уже больше ничего не нужно. Нам не нужны айтемы. Нам нужно их всех вынести, ребят. Чувствую, придется опять брать эту пушку. О, она-то и не заряжена.
Хорошо. Что выпало? Гранаты. Нифига себе. Ждем. Они придут к нам? Чтобы разобрать нас на части. Или не придут? Мне бы это понять. Ой, слушайте, знаете что? Дропну-ка я здесь гранаты на время битвы. И не только гранаты, я, пожалуй, тут все дропну. Вот это дропну, вот это дропну. Мало ли повредится. Ну, когти, ладно, дропать не буду. Слишком это уж. Так. Да, слишком. Все, на самом деле, все остальное мне не страшно. Так. Готовы? Да. Огонь на поражение, хозяин. Есть, капитан. Заряжай, капитан. Раз, два, три. Погнали. Так, а тебя мы вот так вот убьем. О, появились. Нет, ребят, вас вот так только. Бинты. Есть. Спасибо за бинты, чуваки. Троллфейс. Так, о, 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 нифига, у нас понятно, все, все, все. Я-то думал, у нас остались последние патроны. Как так-то? Файер, ну да, на файере сложно сконцентрироваться, действительно. Так, ну... Я вот так вот его убью. Так, теперь насчет вас, ребят. От тебя мы, наверное, из автоматика. Не заслуживаешь, чтобы быть уничтоженным. Но мы же уровень получили, нифига себе. Насколько пораскиллованным надо быть на последнем уровне сложности, чтобы это сделать. Хотя она и намного легче от дома. Что даже сравнивать нельзя, но... Фух, ладно, ну мы не особо пострадали. Я, конечно, понимаю, что мог бы и вручную загасить всех просто с одних когтей. Мне на самом деле вообще было бы посрать. Я бы, наверное, хотя, конечно, бы не без брони, не рискнул бы, но с одними когтями бы я с ними справился и не повредил бы даже оружие. Но я потрачу патроны, сколько смогу до конца. Ну... Возможно, что патроны кончатся. Сколько еды-то тут выпадает. Такое ощущение, что дойдя до этого уровня, то можно было вообще с собой еды не брать. То есть на этом уровне она в избытке просто. Warzone Alpha. Вот это мне не нравится. Это военная зона Альфа. То есть... Фига себе. Вот и это. Пробраться вниз вообще не представляется возможным, надо идти по сюжету, к сожалению. Ну вот мы, собственно, добрались до этого места. Ай, умри! Уничтожили холодильник. Слушайте, да ну нахрен.
Ладно, открою вот этот и все. Не буду ничего. Все. Ух ты! Так. Reduce accuracy. Не нужен нам Reduce. Прости, чувак, нет, не нужен. О, отлично. Взяли. Что ж. О, там, наверное, психи, да? Очень много психов в моем мозгу. Ой, ёлы-палы. Ребятки, у меня для вас плохие новости. Устояли? Нифига себе ученых тут. Это называется комната безумных ученых. Ребят, ну вы сами-то себя не убивайте, я не знаю. Что же вы такие-то интересные? Булку кто-то бросил. Видали, там булка полетела в кого? Хотя это может быть даже не булка, но все равно. Доставила. Да, давайте, побросайте все в себя. Radiation level 5. Неплохо меня заразили. Это, кстати, Медлаб 02. Напрашивается вопрос. Напрашивается вопрос. А где Медлаб 01? Напрашивается же и ответ. Хрен его знает. Хрен его знает где. Где Медлаб? Не знаю где. Ну ладно. Тут тоже не пройти, вообще нереально. Что ж, давайте что ли отмычки сделаем. Да здравствуют отмычки. А, только 3 штуки можем сделать. Оп. Кстати, а что мы еще можем интересного? Может быть бэкпак? О, можем. Даже 2 бэкпака можем сделать. Делаем. Раз можем, делаем. Все. Перезаряжаемся. Ой, ну только надо вылечиться, конечно, да. В этом вы уж правы, наверное, надо вылечиться. Radiation level 3. Сильно мне снизили радиацию, неплохо. Not bad. Radiation level 2. Дроп, конечно. Витаминки. Я знаю, что тут есть антибиотики. Но не антибиотики, конечно, нужны. И не наномец. Да что же такое-то? Да я его выкинул нахрен. Я выкинул всякие антибиотики, так что... Будьте мужиками. Опять наномец. Ну тогда... Антибиотики. Хорошо, ну тогда... Resistant Booster. Дурат-то бластер-то мне не нужен. Resistant Booster. Давайте Resistant Booster тогда. И последнее, что выпадет. Disease Extract. Так, давайте радиацию. Все, радиация восстановлена. Тут радиация 5 уровня, ёлы-палы. Это у нас засилье роботов.
Тогда на это засилье мы отвечаем своей отсильем. Своим отсильем. Вот ваше отсилье, чуваки. О, я, кажется, взорвал. Ну хрен с ним. Почему бы и нет? А где Manufacturing Bay? Manufacture Bay. Manufacture Bay нет. Manufacture Bay сломан, видимо. А, я знаю, кто ты. И знаю, кто ты. И знаю, что ты не открываешься. И ты... Это Security Station. Тут все напичкано адаптоидами. Ну да, что и следовало ожидать, эффективнее когти. Да, детка, да. Патроны для нашей винтовочки. Ха-ха-ха. Да ты меня не обманешь, чувак. Хотя, кстати, плохо, что вот... Одни адаптоиды. Засилье адаптоидское. И даже холодильник адаптоид. Ну, может, ты не адаптоид. Ты не адаптоид. Прикинь, такой адаптоид. Черт, меня вскрывают. Я буду продолжать притворяться или все-таки раскрыться? Пожалуй, буду продолжать притворяться. Черт, меня вскрыли! Так, а куда это мы? Ого! Это уже на следующий... Security Station B2. B2. Ну тут еще, значит, раз, может быть, два, три, четыре, пять. Еще пять комнат. Что наводит на мысли, что неплохо довольно-таки все обстоит. Кстати, надо бы на лабу пойти. То есть не на ту, которую я сегодня ходил в институт. На другую лабу, на эту лабу. И сделать патроны. Expecto Patronum создать. Давай, создавай. Что ж. Во имя сохранения интриги, я думаю, я разделю все-таки на две части это дело. Эпсилон Локет Дор, нифига себе. Сюда даже сложнее пройти, чем туда. Так вот, во имя сохранения интриги я разделю это на две части, потому что... Все, сейчас мы не войдем в ту комнату, мы не знаем, что там внутри, и... Да бог с вами, узнаем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем удачи и пока.